У другого известного актера Жерара Депардье новые неприятности. Он лишился любимого скутера. Средство передвижения стало добычей парижских угонщиков. Об этом Депардье сообщил в полицию 7-го округа столицы Франции. По словам новоиспеченного гражданина Российской Федерации, он припарковал мопед на улице Лиль, а когда вышел вновь из помещения, не обнаружил его. Любопытно, что скутер Депардье не в первый раз фигурирует в криминальной хронике. Именно на нем 29 ноября 2012 года Жерар Депардье разъезжал по Парижу в состоянии алкогольного опьянения и устроил небольшое ДТП.